продавцы, ювелиры. Также мы можем увидеть здесь кузнеца, который делает своими руками. Вот пару слов, да, что-то вы хотели сказать? Вы эту бусинку, может, хотите? Пальцем покажите, точно. Он сине-желтый шар. Так, у меня с этим связаны определенные ассоциации. Зеленую бусинку. Я сам. Получает зеленую бусинку, что символизирует дары или таланты человека. Мы проходим, наверное, самый главный сектор, который, ради чего мы пришли на это место. Это хлев. Так что и нас здесь радушно встречает Иосиф и Мария с младенцем. Таким жезлом, там сверху рождественский ярлык. И там они идете, да, они дают вам для браслетиков, они ведут вас. А у них есть. Я перескажу, что они сказали. Они сказали то, что рады, то, что родился младенец, и то, что Мария, она стала действительно избрана Богом. И они дарят золотую бусинку, что символ царства, символ золота, то есть ради чего, в принципе, и пришел Иисус Христос. Он является для нас царем, и мы дарим детям такую бусинку. И таким способом мы делаем такой браслет, то есть только человек, который прошел всю экскурсию, может получить такой браслет на память от рождественской ярмарки. Мы очень рады вам, то, что вы с нами, и хотим, чтобы эти праздники мы действительно не забывали, ради кого мы это делаем. Спасибо вам. Родился царь, и с этого дня начинается его царство. Небеса возглашают хвалу, и народы торжествуют. Пастухи и ангелы, небо и земля поют в унисон. Слава, слава вышних Бог! Слава Богу вышних, Боге славен, славен царь. С Рождеством Христовым! Также с Рождеством!